Добрый вечер. Все, ребят, вижу. Добрый вечер всем. Так, ну давайте я первым делом хочу вам похвастаться. Хочу вам похвастаться подарком, который мне прислали вот с такой вот печати мудрецы дольменов. И в коробочке вот такая вот книжечка, где все расписано. И в том числе у ребят здесь написано, где их можно найти. И вот такие вот в таких шикарных конвертик, не знаю, мешочках. Вот. Три колоды дольменов. Эти мешочки, я не знаю, видно вам или нет, они сделаны из такого материала. Я не знаю, как правильно этот материал называется. Но он прям такой классный. То есть ребята не просто так на отшиби сделали что-то, а именно вот такие вот они клевые. Приятные очень. И здесь, смотрите, что... Самое интересное, тут вот, например, там третий комплект, да, такой вот. И здесь расписано, какие здесь дольмены, какие мудрецы. Каткова щель 1, Каткова щель 2, станица Шапсугская. И здесь как раз показаны вот такие вот картинки. Виардон, да, это мой любимый Виардон и его предназначение. Вот. Где он находится, его предназначение. Вообще, ребят, очень удобные вот эти вот карточки. Я их получила только вчера, уже все их пересмотрела, перещупала. И не том, что перещупала. Вы все прекрасно, ну, все прекрасно знаете, кто-то верит в это, кто-то не верит, кто-то хочет в это верить. Какие-то амулеты, какие-то вещи силы для самого себя, да? И вот эти вот карточки, когда их трогаешь, они не холодные, они не несут вот этот вот чисто материальный аспект, они именно про жизнь, про любовь, про дарение. И я когда шла с почты, получила, когда вот этот подарок, шла с почты, и, знаете, у меня в рюкзаке несла, и у меня так горела спина, я думаю, ну, наверное, может быть, думаю, мне это чудится. Потом думаю, ну, как это чудится, это же так оно и есть. И я прихожу домой, и вот эта вот коробочка, вот какая вот она была, да, вот у меня в рюкзаке, у меня под футболкой вот так вот, я не сняла, жалко, вот прям вот таким же квадратиком прям мокрая футболка была под рюкзаком, вот внизу. Вот. И я понимаю, что... Когда кто-то что-то делает с любовью, когда кто-то что-то делает через дарение, это всегда приносит удовольствие, удовлетворение кому-либо другому. И у нас сегодня с ребятами был как раз эфир в марафоне «Рождение аватара». И мы там рассказывали, мы там говорили, то есть ребята задавали вопросы,
что, вот, например, если вот так вот относятся там дети, если так относятся родители, если вот так вот я хочу поменять, но вот не могу по тем-то причинам. И я как раз рассказывала ребятам свой пример, и я понимаю, как бы это пройдено мной через меня, когда я со старшим сыном пошла работать воспитателем. Ему было 1 год и 7, и я пошла работать воспитателем, я уже, может быть, вам рассказывала, и меня поставили воспитателем на группу со сложными детьми, то есть мне позволяло образование, и меня поставили на группу со сложными детьми. И я не просто работала, а именно отдавалась, может быть, на тот момент, потому что мой ребенок там был, и мне было классно с ним играть. То есть я действительно люблю играть с детьми, люблю быть... Ребенок, он же... Ребенок не из-за того, что у него возраст такой, а ребенок, он на тот момент, он умеет жить. Потом мы начинаем гнаться за чем-либо, и когда у нас приходит осознание, мы вновь учимся жить. И вот с детьми вот это вот проживание самого себя, оно было настолько чудесным, то есть мы с ними играли, то есть мы с ними там валялись, что-то, какие-то игры делали, еще что-то. Мы рисовали веранду в смешариков, да, и вот этот вот, вот эти моменты, когда я уже стала уходить из садика, мне предложили другое место по другой стоимости, по другим деньгам, и мне на тот момент это было необходимо. И я когда уходила, мне директор тогда сказала, что, говорит, мы тебе поднимем зарплату. И собрались мамочки и говорят тоже, мы тебе будем еще дополнительно платить, только не уходи. И это я к тому, что не в смысле похвастаться, хотя почему бы и нет, а к тому, что если вы что-то делаете, что бы вы ни делали, если вы это делаете с любовью, то эта отдача идет от вас к другим, к иным другим. И когда от вас идет вот эта вот отдача, то от других она возвращается, и идет вот этот вот круговорот. Вы все, наверное, видели вот эту вот спираль жизни, да? Вот это как раз про то, что из вас идет и что вы готовы принять на освободившееся место. И когда мне ребята позвонили и предложили вот эти карточки, я говорю, а что взамен? И они мне говорят, ничего, просто как бы нам важно твое мнение, нам важно, как ты будешь их чувствовать, что ты будешь с этим делать. И для меня тогда это было так, ну, уже не удивительно на этот момент, да, но было так приятно, когда тебе что-то дают не для того, чтобы ты что-то отдал, а именно чтобы посмотреть, как вот другой человек, чувствует ли он мое тепло, чувствует он мою любовь, чувствует он то, что я хотела поделиться. И это же на самом деле, это же уникально. То есть если раньше мы ходили на дольмены и брали с собой книжку, не дай бог ты ее забудешь, а где посмотреть? В интернете начинаешь копаться. А там, где дольмены, кто ходит на дольмены, знает, что... Но это редко, где там вообще ловит интернет. А здесь мы уже... У меня у подруги есть такие же карточки, и мы недавно ездили на дольмены, она с собой брала эти карточки. Вот мы нашли новых 2 дольмена, которые вот только по этим... по карточкам, по рисункам. И это настолько удобно, и это классно, когда мы облегчаем жизнь друг другу. Когда мы не под себя начинаем грести, потому что, ну вот я так хочу, потому что мне будет комфортно, потому что мне будет удобно. А когда ты это делаешь для другого через себя, когда ты понимаешь, что если ты сделаешь вот тому человеку, чтобы он улыбался, от его улыбки у тебя начнет расцветать в груди. И когда вот в это состояние входишь, то у тебя другие ощущения, другие восприятия. О, слушайте, ребят, мне цветочки подарили, они такие большие. И у меня тут кошка ходит, а они... Ваза маловато для них. Можно я вот так вот поставлю, потому что она их сейчас уронит.
Она их уже мне перевернула один раз. Вот. И это же про то, что когда... Ну вот я начала говорить, когда родители спрашивают, а как мне вот быть с детьми, дети осуждают, что я там не сделал то-то, а как мне быть с родителями, когда родители говорят, там, ты мне должен, ты обязан, ты там еще что-то. Что быть с этим ситуацией, что сделать с этими ситуациями, как быть в этих ситуациях. И вот в этих ситуациях очень просто, вы позволяете любому другому прожить его чувства. Вы позволяете любому другому прожить его эмоции, прожить обиду, прожить злость, прожить грусть, прожить какое-то неприятие к вам. Вы в принятии тех эмоций, которые тот человек испытывает. Вы не пытаетесь искусственным образом вытащить из него этот негатив. Это же неверно. Мы очень часто что делаем? Мы очень часто, если на нас кто-то разозлился, мы пытаемся эту ситуацию исправить, чтобы он не злился. Мы не позволяем ему злиться, мы не позволяем ему пройти этот опыт. Мы хотим искусственно его вытащить из этой злости, и потом удивляемся. Я же все для него сделал, я же все сделал для того, чтобы вот он, вот ему было хорошо, ему было вот так. А он опять начинает злиться, он опять начинает грубить, там еще что-то. А он это начинает лишь потому, что ты не принимаешь его эмоцию, какая бы она ни была. И это работает на подсознательном уровне. Это не на сознании, это не, не попсовая психология. Загляни туда и увидишь вот это. Это не про это, это как раз про то, что мы можем вытащить, что мы можем позволить человеку прожить. Если он на тебя злится, позволь ему прожить. Что от тебя требуется? Быть в любви. Принять тот факт, что он на тебя злится. Тебе не нужно его оттуда выдергивать. Тебе не нужно его убеждать, что это не так. Тебе не нужно злиться в ответ. Тебе нужно просто любить себя за то, что ты позволяешь любому другому прочувствовать его эмоцию. И через любовь к себе, которая из тебя будет выходить, он будет исцеляться этой любовью. То есть если мама, например, там говорит, что вот ты там мне обещала сделать то-то, то-то, приехать, там еще что-то помочь, там, не знаю, там, выкопать картошку, сделать ремонт, там еще что-то. А ты, например, не можешь это сделать по каким-то причинам. И ты начинаешь переживать, ты начинаешь переживать за то, что она проживает свою эмоцию, вместо того, чтобы любовью вытащить ее оттуда, вместо того, чтобы сказать: мамулечка, я тебя так люблю, я тебе обещала выкопать картошку, но я не могу, но любить я тебя от этого меньше не стану. Если вы будете вот где-то пошутить, где-то... где-то улыбнуться, где-то приобнять. Если вы вот так начнете свою жизнь выстраивать через себя, через любовь к себе, то вы увидите, как меняется отношение не к вам, как меняется отношение человека к самому себе, когда он принимает те эмоции, которые он может прожить. Понимаете? Это про то, что вы позволяете. Это про то, что вы это не про принятие кого-то, это про принятие себя, что ты себя принимаешь тем человеком, на которого можно обидеться. Что ты себя принимаешь тем человеком, на которого можно разозлиться. Что ты себя принимаешь тем человеком, которого, например, хаят. Хорошего-то мы себя всегда принимаем, когда он говорит: ты такой красивый,
ты такой умный, ты такой там, не-не-не-не-не. И мы такие, да, я такое. Когда нам говорят, ты как бы, ну, страшненькая, глупенькая, там еще какая-нибудь. И ты начинаешь ведь не на него злиться, а идет непринятие себя страшненькой, глупенькой. Но если ты в его глазах вот такой, то ты же должен понять, что ты в его глазах такой. Он тебя видит таким, и это прекрасно, когда ты принимаешь, как со всех граней отражает тебя твой мир. Как ты можешь любить любую сторону своего мира, любую грань своего мира. Это и есть любовь к себе. Это не помазаться кремиками, это не уйти во что-либо, не знаю, там, ходить и себе мантры читать «я самая красивая, привлекательная, обаятельная». Это не про это. Я не самая, я есть, я единственная такая, и он единственный такой, и он, и он, и он, и ты. Все единственные. Нет ни одного повторяющегося. Вопрос в другом. Как ты себя позиционируешь в своих глазах по отношению к любому другому? Ты себя. Всегда акцент на себя, всегда на себя. Что бы ты ни делал, все через себя. Всегда акцент только на себя. Насколько ты готов идти через себя. Через себя показывать любовь, через себя показывать благость, через себя, все через себя показывать любому другому, что бы он ни делал. И это и называется, тогда тебя, из-под тебя эту табуретку никто не выбьет. Если ты понимаешь, принимаешь себя и любишь себя вот в таком состоянии, в котором ты есть, то это как раз... Про любовь здесь и сейчас. И мы сегодня с ребятами разговаривали на ту тему, что мы же себе никогда не даем шанс. Мы в настоящем всегда живем без шанса. Без шанса на что-либо. Это когда в школе, например, нам говорили, или мы говорили своим детям, там, вот он или она молодец, но ленивая, молодец, но там не доработал. И родители точно так же говорили, да, что вот ты можешь лучше, ты можешь еще что-то, все время отправляя нас в прошлое. Ты можешь лучше, ты там, а здесь ты ничего не можешь. Всегда, всегда неосознанно. Шло лишение шанса на жизнь в здесь и сейчас. Всегда шанс что-то исправить есть в прошлом. Ты мог лучше, ты могла лучше. В прошлом, которого уже не существует, в котором ничего исправить и подправить нельзя. Вот там есть шанс, а здесь лишены шанса. Именно поэтому, чтобы не знать себя в нуле здесь и сейчас, мы очень часто живем из прошлого в будущее. То есть я сделал там вот так, поэтому у меня вот будет вот так. Этого уже не существует, а это еще не наступило. И мы никогда не чувствуем удовлетворенности. Потому как когда наступает вот это уже моментально вот там. И ты опять думаешь вот об этом, ты не находишь себя. А когда ты через осознание, через осознанность начинаешь жить в здесь и сейчас, у тебя всегда миллион шансов, всегда миллион шансов здесь и сейчас. Ты здесь и сейчас всегда проецируешь каждое следующее мгновение самого себя. Ты всегда делаешь только в благо самому себе. А ты есть стержень, корень всего, что окружает тебя. Ты здесь и сейчас, ты не думаешь, что «Ой, я вот такой нехороший, я вот съел там что-то, сделал там что-то, вот мне сейчас нужно заглянуть, а почему я это сделал?» А что это? И ты опять в прошлом ковыряешься.
и в будущем себя коришь. Вот я, значит, вот там вот не смогу, там еще что-то. Ты себя здесь потерял, ты себя все время коришь за то, что ты уже сделал. А если ты будешь в осознании, зачем, если ты в осознании, и если ты понимаешь, что я здесь, я лучшая копия себя каждый момент своего времени, то ты никогда не сделаешь того действия, которое навредит тебе в моменте. Никогда, потому что ты живешь в моменте. И следующий момент, и следующий момент. Ты четко понимаешь, а нужно мне это сделать, а нужно мне это съесть, а нужно мне это выпить, а нужно мне еще что-то сказать. Ты даже эти слова ты не говоришь, ты просто в моменте. В моменте я хочу это, не хочу. Все, пошел дальше. В моменте. Мы же только начинаем делать какие-либо действия неправильные, давайте их назовем. Не когда мы в моменте, а когда мы выпали из момента либо в прошлое, либо придумываем себе несуществующего будущего. Нас болтает очень часто. И как только вы возвращаетесь в момент, как только вы возвращаетесь в самого себя, то вы всегда, каждый момент времени становитесь лучшей копией себя. Все лучше, лучше и лучше. Другого не может быть. Никак не случится. Ребятки, если есть вопросы, задавайте. И мы обязательно под эфиром выложим контакты ребят. Это не про рекламу, это про удобство и про изобилие. Вот. И кому интересно, конечно же, им звоните, набирайте. Вот эти ребята. Вот, и еще такую штучку вот. Прислали мне такой амулетик и камушек. Ребятки, если есть вопросы, задавайте. А если нет вопросов, то я буду закругляться. Алина, я не поняла твой это вопрос, констатация факта или что. Если хочешь, можешь пояснить. Если кто-то будет обращаться к ребятам, я с этого процент никакой не получаю. Потому что кто-то тут написал, зарабатывай. Нет, это про благость друг для друга. Когда мы друг для друга делаем что-то более приятное, более легкое. Более комфортное. Это про это. Зарабатывая деньги, мне тяжело морально, да и физически. Это норм, типа автономия и заработок могут ли идти вместе. А только так. Смотрите, ребят, вы же просто... Очень многие разъединяют душу и тело. Ну, например, там я это не тело, это тело мое, или там, и вот разные эти интерпретации, которые не понимают, что они означают. То же самое, что заработок и автономия, или там какое-нибудь пробуждение, просветление, это не могут быть единым. Но ведь заработок. Мы живем сейчас в материальном мире, материя, в материальном, ребят, в материальном, материя, все материя, и это материя, все материя, и деньги, это тоже материя, это ваша энергия, вот это ваша энергия, через вас прошла, через кого-то, кто-то принес вашу энергию. Вот это ваша энергия, это все ваша энергия. Пока вы разъединяете, вы себя разрываете, то вам становится тяжело. Вы можете делать какие-то вещи, но не можете от этого брать. А значит, вы и дать не можете. Это же про почки.
мы как раз с ребятами говорили про на марафоне рождения аватара. Когда ты не можешь взять, то ты и дать не можешь. Ты не умеешь давать, потому что ты не можешь взять. Вот смотрите, например, вот кто-то, да, вот, ну, например, вот возьмем цветы, вот они у меня перед глазами, да, кто-то заморочился, съездил в цветочный магазин, подобрал цветы, отдал свои какие-то финансы, которые он зарабатывал на своей работе, там тратя свои деньги, да, привез, а я такая, о, не, я такое принять не могу. И он такой, в смысле? Как бы это его благодарность, его какое-то... То, что он хотел сделать приятно, то есть, когда тебе человек хочет сделать приятно, ты такой, не-не-не, я от тебя приятного не буду брать. И если ты не можешь взять, то ты же и отдать не можешь. Когда ты отдаешь, и у тебя кто-то не берет, ты же этого прочувствовать не можешь. Или у тебя, если кто-то берет, ты же чувствуешь, как тебе приятно. Когда ты даришь подарки, ты же получаешь эмоцию для себя. Мы же выбираем самый лучший подарок не для кого-то, а для эмоции самого себя. И ты выбрал самый лучший подарок. Ты съездил, купил там самые красивые розы, там еще что-то. И ты даришь, чтобы получить, чтобы тот человек порадовался. Он такой, не, я не розы, не, это не мое. И он такой, о, в смысле? То есть ты, получается, ты и подарить не можешь. Ты и дать не можешь. Ты не можешь дать частичку себя, потому что ты не понимаешь, как это другому человеку, который не принимает. Ты не понимаешь, как другому человеку, который принимает. То есть ты отдачу не видишь. Когда он говорит, о, клёво, и ты такой, о, блин. Значит, классный, значит, не зря вот я вот такую эмоцию ему подарил, и мне так вернулось. Когда ты принимаешь эту эмоцию, тогда ты сам начинаешь и брать с удовольствием от кого-либо, и давать. А если ты не можешь взять, то значит, ты и отдать не можешь. Просто я чувствую, что все в пространстве приходит само. Ну... Ребят, если я сяду на диване и буду говорить там, меня не трогайте, все само придет. Мне никто не принесет там продукты для детей, мне никто не принесет корм для кошек, мне никто не принесет одежду. Ну, одежду, может, принесу, скажу, ну что он-то надо, там, что-то эфиры ведет, принесем ей новую футболку, она все время в этой ходит в одной и той же. Нет, ребят, бездействие, вы поймите, что мы в этой плотности, нам дано вот это тело действия. Если бы нам дано было тело, чтобы мы просто лежали, то тогда мы могли бы сказать, все само придет. Но нам тело дано с руками, с ногами, и чем больше мы начинаем, если мы перестаем двигаться, мы начинаем заболевать. Если мы начинаем двигаться, то в меру, то мы начинаем тогда раскручивать наше тело. То есть ребенок, когда сначала начинает ползать, потом он начинает ходить, он начинает действовать, чтобы прийти к себе, к определенному, к определенной структуре самого себя. И если мы будем говорить, что все приходит только в пространстве, вот пространство само дает, пространство через какое-то время скажет, ну, блин, ну, это знаете, как из анекдота. Я вот верю, что мне даст, мне там кто-либо. А ему говорят, ну, ты хотя бы там билет лотерейный купи. Это про это же. Нет, ребят, действовать. Все само, оно, конечно, приходит, но оно приходит только тогда, когда ты начинаешь действовать, не опуская руки. Не опуская руки, это я про то, что... Например, кто-то говорит, вот я вот столько вот вложила, мне так это нравится, вот это вот нравится. Но нет никакой отдачи. Не для кого-то ты делаешь. Если ты чувствуешь, что это то, что классно, значит, делай. Просто делай. И оно придет. Нельзя опускать руки.
Нельзя опускать руки через благость. Когда ты делаешь что-то благое, нужно его делать. И оно, как снежный ком, потом намотается и будет тебе отдача. А иначе оно все встанет. Типа на автономии магия происходит и чудеса. Эти бумажки, они не нужны как таковые. Ребят, там происходят не чудеса. Я все время с этим сталкиваюсь, когда мне говорят, что там желания исполняются, там еще что-то. Исполняются желания. Вот так вот, сразу же. Но они исполняются не потому, что ты становишься каким-то там, я не знаю, фокусником. Они исполняются потому, что ты чувствуешь на ощущениях, что нужно тебе, для тебя. Мы перестаем жить для других, для родителей, для вторых половинок, для детей. Мы начинаем жить для себя. Начинаем жить для себя, и когда мы для себя, тогда у нас все просто вот на раз-два отщелкивает. Оно сразу же, весь твой мир, он создан весь для тебя. И тогда он сразу же тебе все дает. Через бумажки он дает, либо не через бумажки, это же не важно. Мы же сейчас не о бумажках говорим, а материя. Если кто-то, например, там тебе подарит дом или машину, то, пожалуйста, тебе не обязательно на них копить бумажки, тебе может так прийти. Там кто-то еще что-то. Это не важно. К тебе придет именно то, что нужно для развития твоей души. Если для развития твоей души нужен там дом, а ты хочешь яхту, то ты можешь на эту яхту горбатиться до геморроя. И будешь говорить, вот одним приходит хорошо, а другим нет. Но ты, если ты себя разберешь, что ты хочешь, что твоя душа хочет, то тогда тебе сразу же это придет. Вот что такое автономия. Это возвращение к себе. Автономия – это магия. Зачем тогда играть в этой системе? А в какой ты хочешь играть в системе? Очень многие говорят, зачем играть в этой системе? Давайте выйдем из игры. А куда? Где заканчивается игра? Вы поймите, что все есть пространство, единое пространство с разными плотностями. Познавай и иди в следующую плотность. Но пространство-то единое. Кристиночка, спасибо за сердечки. Заработок-то ведь через систему и взаимодействие с всеедными людьми не очень это. Автономия про что-то другое, как на двух стульях. Нет, ребят, автономия – это образ жизни. Но вы же не говорите, что вот с этим… Смотрите, вы настолько… Автономия – это вообще не про неедение, это про осознание. Вот вы когда приходите к другу, и вы, например, пьете чай с сахаром, а он без сахара, ты же ему не будешь говорить, о, ты чай без сахара пьешь, все, я с тобой больше не буду ничего иметь общего. Ты этого не замечаешь. Но когда ты, например, не ешь мясо какое-то время, а другой ест, ты ему говоришь, о, ты мясо ешь, ты идешь в осуждение, ты не даешь ему пройти его путь. Кто из вас ниже этой системы тогда? Кто из вас находится на более низком уровне? Тот, который не обращает внимания, что ты ешь, или тот, который ты обращаешь внимание, что он делает? Ты акцент на нем делаешь, не на себе. Автономия не про еду, не про два стула. Светлана, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, чтобы убрать и избавиться от сильной боли тазобедренного сустава, можно ли делать массаж и боль? Массаж в боль и терпеть этот массаж. Становится легче заранее. Нет, в боль ни в коем случае не делать. А смотрите. Если у вас что-то болит, во-первых, тазобедренный сустав, это, я не знаю, если вы на марафоне, мы там говорили про что это, про какое перепутье твоего рода, куда ты идешь, что тебе нужно там разобрать, что твой мир показывает тебе. Это первый момент. И второй момент, если мы берем просто физику, то
боль, если вы какие-то испытываете болевые ощущения, ее разбивать можно максимум на 50% боль. То есть, если тебе прям чувствуется, что больно, не надо, не лезь. У тебя защемление идет какой-то гладкой мускулатуры, и нужно понять, вот оно идет, чтобы что? Что тебе это показывает? Ты можешь расслабить это, но у тебя защемит что-то другое. Тебе нужно познать, почему ты себя вогнала в состояние этой боли, почему тебе удобно, чтобы твое перепутье, твоего твоей родовой программы, я бы не сказала, наверное, грубо, но чтобы было понятно, да, почему ты туда залезла, почему ты не хочешь вывести свой род на тропинку, то есть ты там уже была, где ты есть, ты там уже была в каком-то своем воплощении, так скажем, да, то есть ты идешь по следам, ты уже не первая, тебе поэтому вот это вот защемляет, тебе все вот это вот показывает, что давай по-другому, давай по-новому, давай не туда пошли мы. Так, Светлана, я ведь не сочиняю, оно реально происходит. Рассуждаешь, извини, не как автоном. Ну, как рассуждаю, так рассуждаю. Я побежала, беру вас с собой. Анют, да. Я бы хотела с тобой встретиться, Светлана, но безоплатно. Но вы, Алина, поверьте, вы не одна такая. Если я со всеми буду встречаться, то мне на меня и на моих детей мне не хватит времени. Вот, поэтому я именно поэтому я делаю открытые встречи, ретриты, если вживую. Вот. Можно так встретиться на открытых встречах, либо на ретритах. Вот. Либо в марафонах, на консультациях, вот так. А просто про поболтать, это же вам нужно. А вы хотите мое время взять для себя, на себя, и сказать, мне надо с тобой встретиться, поэтому ты свое время потрать на меня, я тебе ничего платить не буду, потому что ты автоном, ты должна обходиться без денег, а мне надо, я тебе платить не буду, но мне нужно встретиться в такое-то время, потому что в другое время я пойду зарабатывать деньги на себя, а ты со мной встречайся. Светонька, привет, рада тебя видеть. Ой, Танюшенька, привет. Привет, моя хорошая. У меня вот она стоит под рукой. Это мой, как мой талисман. Смотрите, мне Танюша какую штуку сделала. Это она меня сделала. С хангом. Вот. У меня очень много всяких ее штучек, но это прям великолепно. Вот она у меня как талисманчик здесь стоит все время на столике. Задавайте еще вопросы, ребят, если есть. Вроде вопросов больше нет. Светочка, я тебя люблю. Танюш, я вас, Сашенька, тоже очень люблю. Буду очень рада, если приедете в гости. С некоторыми я с огромным удовольствием встречаюсь со своими близкими. Такое тоже бывает. Все, ребятки, вопросов больше нет. Я закругляюсь. Я вас благодарю за каждый ваш вопрос. За каждый ваш просмотр, и я верю, я знаю, что что-то вам обязательно понадобится. Светлана, немного непонятно, тазобедренный внезапно заболел, и в связи с этим мне нужно что-то роду моему сделать, почистить его. Да нет, не надо рот почистить, нужно, ты рот почистить не сможешь, это ерунда все, куда ты там почистишь его рот? Ты же главный представитель своего рода. Ты есть этот род. Сейчас весь род,
все твое ДНК, оно зашито в тебе, в копчике. Вот на депривации сна мы будем говорить, что такое копчик, потому что это наша флешка. И тут не про почистить рот, а понять, что ты делаешь такого, чтобы оставаться в той ситуации, в которой ты сейчас. Тебе эта ситуация очень удобна по каким-то причинам, потому что если ты ее раскопаешь, если ты поймешь это, если ты пойдешь другим путем, то тебе как минимум нужно будет идти в неизвестность. Что такое неизвестность? Это всегда страх. В страх мы чаще всего не хотим идти, поэтому все болячки, все какие-то моменты, которые нас оставляют на прежнем этапе, мы стараемся оставаться прямо на прежнем этапе. Потому что это понятно, потому что мы здесь как рыба в воде уже, а там неизвестно. Может хуже, может лучше. Но если тазобедренный сустав, значит, ты была уже там, ты была в той ситуации, в которой ты сейчас находишься. Но это я сейчас в прямом эфире не разберу, потому что по двум смс-кам я тебя все равно прям вот по полочкам не разберу. Но залезай в это, в свою, если помнишь, если знаешь, что у тебя у прабабушки. У прабабушки у тебя было что-то, у нее была либо сестра, ну, скорее всего, сестра, либо какая-то близкая женщина, но не мать и не дочь у прабабушки. Вот у нее там что-то там у нее такое было, что ты повторяешь сейчас. Так, Ксюша, Светлана, расскажите чуть про марафон депривации сна, что можно в нем приобрести? Возможно ли после 5 дней отказаться от сна? Ребят, это отказаться от сна, я могу вам сказать, что от сна физиологически идет отказ у 0,2% населения. Это у них физиологически идет отказ. А если мы говорим, что мы идем через осознание в отказ сна, то я правда не понимаю, как можно не спать и кушать. У меня такого не получалось, поэтому я не могу вам об этом сказать. Но я вам расскажу там, что такое сон, что у нас происходит, когда мы не спим, с нашим телом, с нашим пространством, как это отражается. И вы тогда будете, то есть вы будете знать, что с вами происходит, вы будете уже осознанно принимать решение, а хочу ли я уменьшать сон, а хочу ли я идти в другие состояния, а хочу ли я идти через вот туда. То есть ты идешь уже в состояние, ты идешь не в тупую, вот я не буду спать. Вот я сейчас чем-нибудь займусь, то есть некоторые люди начинают себя чем-нибудь занимать искусственным, чтобы не спать. И у тебя получаются искусственные преображения, то есть они не длительные, они разовые. И да, некоторые эти разовые преображения цепляют, потому что они клевые. Но когда это идет не искусственным путем, ребят, там уже ой-ой-ой, какие преображения, там же другая жизнь, там уже про другое. И на это можно выйти, то есть не обязательно спать каждый день, но для кого-то, понимаете, для кого-то убрать сон – это, например, 2 часа в день спать, это уже депривация, это уже перестройка нервной системы. Сон – это нервная система, сон – это печень. Да, ребят. Вот, как бы это ни говорили злость, гнев, а если убрать, опять же, если не на поверхности мы будем с вами размышлять, а идти глубже, то печень – это равно нервная система. Нервная система – это сон. И об этом тоже мы говорили и на марафоне
рождение аватара. И я, конечно же, затрону эту тему на депривации. Ну, то, что успеем. Все. Постараюсь вам дать тот материал, который наметила. Ну, еще наметила это так, образно говоря. Ребят, больше не вижу вопросов. Я знаю, что немножечко с запозданием идет. Но пока вопросов больше нет. Еще раз вас благодарю. И завершаю трансляцию.